Чем наполнила твоя жизнь, да? Чем, что, да, понимаю. Все дураки, ты правильно понял. Thank you.
держу все уже, да, скажи. Женщина только большой, один умный, красивый такой, да, скажи. Потому что не беременна всю жизнь. То есть, конечно, ты ума, ну то есть, он на себе так думал только, да. Да, понял тебя просто уже, да. Наоборот, да, наоборот, он тебя про себя и говорит. Да. Не вопрос того, что ты самый умный, выживательный, самый живающий, да. Самый живой, просто живучий. Да. Совершенный, типа да, вот, да, они именно привык, да, 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 понимают. У тебя только своя жизнь, чтобы прожить, что тебе для этого мир сейчас не можешь сделать. Ну тогда надо политиком быть, делать этот мир надо. Дайте подайте нам. Без нас нормально, чтобы мы умные были все. Настоящий мужик, да, что То есть так жить жизнь нельзя мужскую, правильно? Ну, это единственная жизнь, понимает, как минимум. В смысле, хотя бы по этой причине. А тебе ее не жалко. Даже такой шизопсихопат, ты такой считаешь, что есть вот люди. Люди делятся на святых, люди, которые оставляют святое наследие. Не важно, что они мужчины или женщины. И люди делятся и на еще какие-нибудь, например. Вот я, например, святое наследие буду. Ля-ля-ля! Я денег не буду зарабатывать, жизнь в обществе не буду иметь никакой. Да, типа это святое. Да, то есть и ты так и будешь, и ты так специально, чтобы свою единственную жизнь прожить вот так, да. Как ты слышишь, надо понимать, а просто... Примерно, да. Тут как бы, такого не бывает, понимаешь? Как объем работы, как минимум. Тебе, значит, нужно, да, даже, ну, она это и да. Ну, хорошо, есть там специальные, типа, заведения, которые задарма от политиков получают, и, делают, типа, То есть это твоя единственная будет жизнь, судьба, понимаешь? И да, понимаю тебя просто. Потихоньку работай, нарабатывай. Хорошо, ты любишь, допустим, я люблю Бога, Бога я люблю. Вот, пожалуйста, тебе вот такие профессии, специальности. Да, типа того, да. Ну, это тоже давно, кто тебе про Бога там? То есть, как бы, это все из области там, психиатрии, наука, там, да, наука действительно просто. Ну, нет, наоборот, если он так говорит. Из области психологии, из области, там, ну, науки,
из области деятельности, или кафедра какая-то там, еще что-нибудь там, да, понимаешь. То есть и приборы измерения какие-то. То есть, да, да, то есть, да, да, ну, даже, допустим, ты такой лох, что в это действительно повелся и веришь. И, допустим, и тогда тебе нужно что-то зафиксировать это. Где-то в теле, другого, так или иначе, в действительности это где-то как-то проявлено. Какие-то приборы должны, инструментарий должен быть какой-то. То есть, ну, это уже про специальности мы говорим сейчас. Ну, тебя понимает он тебя. Ну, наоборот, профиропат, да. Он тебе про себя говорит, вот это он имеет, да. Это не специальность, по-моему, что-то мошенническое там все понимаете. Я имею в виду, что сейчас понимает он эти. Да. Я имею в виду, что ну вот это она, да. А, вот это он имел в виду. А, нет. Ну то, что. Нет, это не обо мне, я вообще в целом. Да. То есть как бы таких людей нет. Все здесь мужчины и женщины, понимаешь? И у всех мужские либо женские судьбы, да. Ну то есть, ну, что значит судьба? В жизни просто мужские и женские. Делать в социуме, да, понимаете, да, то есть, да, профессия, короче, какая-то, да, типа того, ну, она себе так думает, да. То есть реализация там была, то есть что ты будешь делать, да, понимаете, да. То есть не бывает таких людей, а нет, ты так, да, не бывает, он тебе представляет, вот это он не даже не надо туда метить, потому что это просто надо. Как мясорубочное мясо, да, то есть, как бы, да, то есть, все больные уроды просто, да, понимаете, ты нормально, да, да, понимает, да, да, просто, да, понимаю, свои, про себя, да. Что там вот христи... это понарошку, это вот так вот, все, этого ничего нету, понимает, с шизики до шизика, что нравится. Ну да, 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 то есть людям это не пригодится как минимум, оно не настоящее все, да, я понимаю, да, если тебе про это интересно, видишь, насколько ты самозван, да, что ты все через шоу, да, работает тихонько свою жизнь. Что-то хорошее дело настоящее, да, что есть. Вот музыка это, она искусственная, но она настоящая, понимаешь?
Ну как вариант, я просто так буду здесь. Да. Ну смотри сам, короче. Зачем людям, да, да, то есть как бы, да, то есть она просто реальность, люди деньги дают за музыку, то есть как бы просто вот оно сейчас так существует, ну да, типа того, а зачем им это надо, там, да, понимаю, да, может они все дураки, конечно, да, будь самый умный тогда, что будешь, да, понимаю, там тебе, да, на шее будешь сидеть у них и будешь, да, понимаю, там тебе, да. Чем ты поплатишься? Настоящестью своей судьбы, да. Надо понимать своих достижений. Да, ну долго говорить. И много чем еще, наверное, но мне это уже не интересно. Вот не касается, да. Ну ладно, поехал. Все не сошлось. Дальше что, зачем эти деньги? Откуда они здесь? Почему у тебя больше, чем у меня? Почему у тебя деньги, я понимаю, да, чем ты понимаешь? Чем я успокойся?